28 марта в Дагестанском институте развития образования состоялся 5-й всероссийский форум «Педагогический пропуск. Учитель будущего». Участие в нем приняли победители, лауреаты и финалисты конкурса «Учитель года России», а также 107 педагогов региона. Целью мероприятия является диссеминация передового педагогического опыта лучших практик ведущих педагогов страны. Спикерами встречи были Андрей Лукутин, Екатерина Костылева, Андрей Сидоренко и многие другие. Докладчики разбирали темы «Дети, которые играют в физику», «Нестандарты на уроках математики», «Пойми меня, если сможешь», «География для жизни» и другие актуальные и интересные вопросы. В ходе форума ректор ДИРО Гульнара Ахмедова обратилась к учителям с просьбой написать открытку любимому педагогу, наставнику, человеку, который сыграл большую роль в их жизни. В завершении руководитель института совместно с присутствующими приняла участие в акции «За свой успех благодарю». Анастасия Колесникова, Амарбек Газиев, новости, телеканал «Среда».